Сегодня у нас на рассмотрении машинка от Moser, Moser Easy Style. На самом деле одна из моих любимых машинок. Почему она любимая? Ну, наверное, просто потому, что она очень красивая. Очень интересный дизайн. Кроме того, машинка очень легкая, практически никакой вибрации, очень тихая. Вес всего 190 грамм. Время работы от аккумуляторов 2 часа, время зарядки 90 минут, 1,5 часа. Для кого эта машинка? Это машинка для парикмахеров, ни в коем случае не для грумеров. Один из главных минусов этой машинки – это, конечно же, слабоватый все-таки мотор. Я бы не советовал работать на потоке. Но эта машинка просто великолепно подходит для работы с детьми. Почему? Ну, я уже говорил, она очень тихо и практически не вибрирует. В комплекте с машинкой у нас идет 6 насадок, 3, 6, 9, 12, 15, 18 мм. Что еще? Идет замечательная удобная подставка для зарядки, хранения масла и щеточки, ну, само собой, макулатура и зарядное устройство. Зарядное устройство стандартное, Moser Adapter 6000, поэтому если у вас есть еще какая-то машинка для стрижки Moser, то от нее зарядное тоже подойдет. Что еще рассказать про эту машинку? Используется здесь стандартный нож, ширина 40 мм, вернее, это не нож, это ножевой блок. Длина среза 0,7 мм. Кроме того, дополнительно можно купить к этой машинке окантовочный нож с длиной среза, я уж не помню, 0,3 мм или 0,1 мм. Но, тем не менее, да, легко можно машинку эту превратить из машинки для стрижки в триммер, в машинку для окантовочных работ. Просто заменой ножа. То есть, чем-то похоже на систему у Остер 616 с двумя ножами. Ну, на этом, пожалуй, и все. Добавить, в общем-то, нечего. Очень удобная, очень красивая машинка с хорошим запасом времени работы. Главный минус – все-таки небольшая мощность. Если вам хочется машинку вездеход, скажем так, которая справляется с любым волосом любых объемов, то надо посмотреть на что-то более мощное, например, Moser Chrome Style Pro, либо Moser Li Pro, либо современные беспроводные машинки от Wall Endis. В остальном, если ваш клиент не обладает богатой шевелюрой, очень и очень хороший вариант. На этом на данной машинке все. Будут вопросы, комментарии, пишите, постараюсь на все ответить. Подписывайтесь на наш канал Енот Постригун, заглядывайте на наш сайт енотпостригун.ру и заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Там иногда бывают интересные акции и скидки. На этом все. Пока-пока.